Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Боевая лига хаоса». Год, а может быть даже и больше я в нее не играл, и тут решил зайти. Освежить, так сказать, память. Ну что, вот такая вот, ребята, у меня колода. Не знаю, насколько она хороша будет в этой лиге. Давай посмотрим. Поиск противника. Интересно, быстро найдем или будем долго ждать, а? Так, что-то наклевывается у нас. Лига хаоса. Уэллс. Так, ну что, начнем, наверное, с тобой с Додзе. Давай потихонечку, наверное, начнем. Ох, ё-моё. Да это плохо, ребята. Жандармы. Это очень плохо. Да ну хорош. Ну что, запинает, что ли? Ну, конечно, запинает, ребят. Так, горгулик он вызвал, блин. Ладно, с горгульками, я думаю, мы разберемся. Так, ковбойша, да? Так, давай-давай, профессор. Мсти. В принципе, ребят, неплохо. Давай-давай-давай, бомби. Так, вызовем с тобой циклопа. Пускай они его там пытаются раскромсать. Так, ковбойша, хорош. Зачем я пришельца послал так близко? Скажи вот мне на милости, а? Это была глупая идея. Ты будешь стрелять там, господи, или нет? Окей. Так, ну сюда ясно. Мы с тобой вызываем профессора нашего. Он тут всех порешает. Да? А уж тем более с мумией. Да блин, опять эта ковбойша достала уже, а? Трындец. Угу. Подбили. Так, ну что? Он энергию копит, и я коплю, да? Вот он что делает. Ну, давай, допустим, я так же сделаю. Угу. Давай сюда, пришельцы. Точнее, какие пришельцы? Горгуль он вызывает. Так. Погнали. Профессор, вперед. Вперед, вперед, вперед. Ну, куда ж ты пошел-то, господи? Ну, зачем ты... Валим, 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 валим. Слушай, возможно, мы сейчас башенку ему вторую разнесем. Отлично. Так, ковбойша, да? Ну, ковбойшу мы запинаем. Давай сделаем защиту. Да. Тотальное уничтожение, как ты видишь, все у нас великолепно. То есть получаем 3 звезды. Твою же налево, у меня что, забиты все ячейки тостами, получается, да? Раз мне не дали. Так и есть, получается, что все забито. Кстати, у меня 220 гемов, давай, наверное, мы с тобой, знаешь, что сделаем? Откроем. Так, посмотрим, что нам здесь выпадет. Монеты, 1000. Также у нас спартанец. Стая горгулей. И последнее, это циклоп. Окей, давай тогда начнем, поставим разблокироваться. Так, ну ладно, давай глянем рекламку, посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, ну-ка, монеты. Пачка летучих мышей нам выпала. Здесь призрак. Бобби. Так, и они. Ну, на самом деле, ничего хорошего. Так, и смотрим здесь. Так, монетки. Так, пачка мышей летучих. Марсианин. И самурай. Да, так себе тоже, если честно. Ну что, давай, наверное, приступим дальше. Битва. Пока колоду не буду менять, ребята. Ну, нет такого противника. И, слава богу, не попадаются мне бойцы,
с легендарными картами, типа Кракена или вампиров, или тогда еще подобные. Так что, грубо, нам везет еще. Что-то у нас тут появилось. Угу. Ну что, ага, тоже додзе, да, ставит? Окей. А у меня какого уровня додзе? 7, да? А у него 8. Учтем. Учтем этот момент. Давай, наверное, поставим пришельца. Что он там сейчас будет делать? О, друзья, проблемы. Проблемы у меня. Причем огромные. Он вызвал фараона. Он вызвал ребята фараона. Да что ты, даже вообще ничего сделать не можешь против этих скелетов, что ли? Ё-моё. Да хорош. Сейчас еще и сдрючит нас тут. Так, погоди-ка. Пойдем попробуем. Блин, а что он так жарит-то? Цербер этот, чертов, что он так жарит-то? Он и этого, да он одними легами запасся, ребят. Вот что я хочу сказать. У него одни легендарные карты. Ты, наверное, не заметил, да, этого? А я заметил. Ну, поставим нашего Хайда. Что он там сделает? Я не знаю, ребят, что он там сделает. Давай, 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 давай. Поставим мумию. Опять он Цербера этого вызвал. Ну что, хотел Моби Дика вызывать. Но, ребята, этот все-таки завалил. Ух, фига он начал. Я серьезно говорю, у него были легендарные карты. Это Цербер, потом что он там еще-то вызвал против меня. Какого-то еще противника. Ух, ну, слава богу, я отстоял. Да? Ну что, поехали дальше. Поехали дальше. Вряд ли мы, конечно, сегодня перейдем с тобой на следующую лигу, хотя хочется. Но я тебе скажу, что чем выше по лиге, тем сложнее играть. Так, кого-то нашли. Давай смотреть, кто это такой у нас. Кто это у нас такой? Будем потихоньку с тобой начинать. Поставим додзе. И молчит. Блин. Вот тебе и молчит, ребята. Блин, этот фараон дебильный. Он летит прямиком на базу. Сейчас он тут своих этих охламонов понавыпускает. О, так у него тут вообще, ребята, по фэншуй, посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хайд, ты где? Ну, без тебя тут просто никак. Ага, спартанцы. Нам даже спартанцев-то с тобой не особо-то забомбить. Будем честны. Давайте вдвоем ушатывайте ему башенку. Ай-яй-яй-яй, он горгульку вызвал. И нет, чтобы бомбить по горгульке. Они куда-то там вообще не поймешь, куда стреляют. Опа, он еще и паука вызвал. Ну давай. Так. Вызывает йети, да, он? Погнали. Сундук, сундук, уничтожили. Так, минус башенка. Как ты медленно передвигаешься, а? Слушай, она своим замедлением достала, вот я серьезно говорю. Давай вот так вот сделаем. Нафиг, чтобы здесь не мешали. Ага.
Аня что творит? Ну давай так сделаем, наверное, с тобой, да? Мистера Хайда вызовем. Пришельца. Как он медленно бомбит, а? Посмотри, как он жаждет просто уничтожить. Башню, да, забрал башню одну у меня. Так, Хай, давай, выходи. А где Хай-то мой? Куда он пошел-то? Ой, дурила. Ну ты посмотри, что он творит. Он пошел, он придурок пошел, он просто мимо них прошел, идиот, блин. И эти не стали в него стрелять, ты прикинь, а? Болван. Ну, ребята, у Хайда он всегда, он игнорирует цели, он только когда в ярость входит, начинает бомбить. Но почему они не стали атаковать, я не знаю. Пошли отыгрывать этот раунд. Блин, у меня легендарной карты вообще ни одной нету, понимаешь? У них вот эти вот фараоны летающие, бесявые, блин. Еще там что-то, а ты играй как хочешь. Ну, кто у нас тут? Показывайте мне. Ага. Ожидание противника. Что такое опять, а? Что ты вышел? Нет. Зашел. Блин, фигово, ребят. Придется мумию вызывать. Че он там? Ага. Йо-хо-хо, да, значит? И ковбой еще вызвал. Это как бы оптимальный самый вариант, ребят. Они, вызвал они. Опа, у него еще, оказывается, и такой есть. Дурилка, да? Самурай, самурай, самурай. Сейчас самурай мне разнесет, ребята, в хлам. Я тебе говорил, разнесет в хламину мне. А куда Они-то пошел? Так. Разбежался, да? Да, вот он такой, этот Минотавр. Так, что мы сделаем с тобой? Давай ниндзя будем тогда вызывать тоже. Ну а что еще? Там опять ковбой свою вызвал. Так, давай вот так вот сделаем. Моби Диком. Так. Друзья мои, самурай идет. Давай, 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 отбивай. Норм. Норм. Так, Хайд, выходи. Давай запинывайте. Ну а дальше-то? А дальше они просто плевать хотели на все. Слушай, а мы же проигрываем с тобой. Нам надо башню уничтожить-то. Че это я совсем забыл-то? Ну? Это же не конец. Копим, копим, друзья мои, энергию. Так, Хай, давай, уходи. Угу. Так, мумию. Он достанет. Да это еще что, блин, за хрень появилась, блин?
Еще смерть. Ё-моё, ребят, ну... Это легендарная карта. Чтоб ты знал. Бесполезняк мне тут драться. Ну вот скажи мне, вот на милость, как мне играть, блин, против таких колод, у которых есть легендарные карты? У меня нету, давай реванш, посмотрим. Ну что, друзья мои, продолжаем играть в Лигу Хаоса. Забираем с тобой сундук. Так, монетки. Что у нас тут? Пирамида. Сюрикены. Так, пушечное ядро. Циклоп. Гарпия. Слушай, а гарпия у меня вообще, по-моему, не было, ребят. Это новенькая, но мы ее не получили, а просто достали с тобой пока одну часть из двух. Так, тут у нас еще один сундук. Монетки-то понятно. Дальше у нас идет динамитная башня. Спартанцы. Сундук с сокровищами. Это редкая карта. И додзе. Окей. Так, открыть сейчас. Ну, это у нас простенькие сундучки. Блин, может спартанцев взять, а? Я вот не знаю, ребят. Троянский конь. Вот тоже, кстати, не пробовал. Ребят, я даже не знаю, что это за карта, если честно. Так, ну давай посмотрим. Так, давай-ка. Монеты. Дальше нам идет опять спартанцы. Динамитная башня. Киллерша. Тыквометатель. Тыквометатель я, кстати, тоже, по-моему, ребята, не проверял. Поэтому не скажу, что это вообще за юнит. Так, у нас еще и здесь тост. Ох ты, нифига, 15 карточек. Каптен. Так, ниндзя. Динамитная башня. Часовая башня выпадает. Так, спартанцы вообще хотят прокачаться, по ходу дела, у меня, да? Молния. Оборотень. Ван Хельсинг. Бобби. Они. Так. Квартирмейстер. Блин, может быть, ее взять в команду, а? Она хороша против массовых, ребята, скоплений. Против там скелетов. Ну, таких вот мелких. Против... Ох ты, НЛО, ребята. А вот НЛО, это круто. Это эпическая карта, поэтому я ее попробую сейчас прокачать. Так, а гарпия сколько? А, ну это редкая карта, да? Но взять все равно надо. Для того, чтобы хотя бы ее открыть. Так, гарпия. Вот не помню, что она делает. Стервятники, я помню, что делают. Бросаешь кусок мяса, и туда направляется 4 стервятника. И начинает там все кромсать. Все-таки дай-ка я сюда зайду и гляну. Вот, НЛОшечка моя. Давай прокачивать. Я ей просто, ребята, очень часто пользуюсь. Так, хорошо. Так, Хайд, может быть, Моби Дика нам поменять? А если поменять, то на кого? Пышное ядро. Блин. Вот она, новинка, гарпия, ребят. Только сейчас при вас открыл ее. Что она делает? Красочная гарпия быстро падает на поле битвы. Увеличивает... Нет, ребят, ну фигня. Я просто так, для принципа. Сделаю. До второго уровня ее прокачаю. А вот что делает троянский конь? Вот это мне интересно. Даже не знаю. Может быть, попробуем, а? Троянский конь. Что он делает? По идее... Там, наверное, кто-то сидит в нем внутри. Так, вот спартанцы у нас еще тут. Но если сравнить спартанцев и Хайда, то Хайд намного лучше. Он их всех разносит, этих спартанцев. Правда, тут прокачка идет уже не кислая у этих спартанцев. Они получают 5 уровень. Вот эта штука тоже неплохая. Турель. Вот этот вот алхимик тоже неплох. Франки тоже неплох. А где у меня девчуля со сковородками? Какого она уровня? 4-го. Может быть, нам убрать действительно додзе и что-нибудь другое взять, а?
Вместо Дудзе, например, взять спартанцев. Что за тыквометатель? Что он делает? Короче, давай с тобой сделаем так. Уберем Моби Дика. И уберем, наверное, Додзе. Или Мумию лучше убрать. Вот что лучше убрать? Вот как ты думаешь? Надо просто проверить. Давай вот так вот поменяем. Просто надо хотя бы знать приблизительно, что это за карта. У врагов я их не видел. Так, использовать троянского коня вместо, ну, предположим, вместо Додзе. Ну что, поехали. Битва. Так, подожди-ка, ну, надо здесь нажать на разблокировку. Вот такая вот у меня команда, ребята. Не факт, что я именно ей смогу выиграть. Кстати, а у меня против воздушных что, только пришелец получается? И все? Массовой атаки нету. Раньше хоть Моби Дик мог помочь нам, а теперь я остался вообще без заклинаний. Ладно, поехали. Ну что, кого-то мы нашли. Давай подождем, посмотрим, кто это у нас тут. Что-то пока никого не вижу. Ну, началось, да? Может, ты успокоишься, а? Флани, я же вызвал этого. Где он? Кстати, вот троецкий конь. Давай посмотрим, что он хотя бы делает. Я ничего не понял, что он делает, троянский конь. Он побежал. Тыква-метатель. А, вот что он делает. Тыква метает, ребят. А вон опять смерть, блин. Так, я вижу, у него тоже, да, есть циклоп. Так, погнали. Что за троянский конь? Я так, ребята, я не понял, если честно, что он делает. Что он там делает? Ну, хорош. Ага, вампир. Плешивый. Так, пеликан. Мистер Хайд, прошу вас на выход. Так, давай-ка тыква-метателя с тобой поставим здесь. Отлично. Ну что я тебе скажу, я не понял карту троянского коня, если честно. Но зато я прекрасно понял карту тыква-метатель. Как дополнительная поддержка в плане артиллерии, она очень даже неплоха. Правда, вот урон мне не понравился, и я не увидел ее против массовых скоплений, как она действует. То есть, ну, когда на тебя бежит, например, орда маленьких бойцов, да, там скелетики или мумии, как вот она их уничтожает? Массово или убивает по одному? Вот к чему я говорю. Так что я думаю, что стоит поменять все-таки мне троянского коня. Но если нам менять троянского коня, то на кого? На кого можно его поменять было бы? На киллершу. В принципе, как стрелок она неплоха. Даже не знаю.
Башня вот эта хороша против мелких скоплений, да? Там ниндзя, всякой шелухи. Паучиху. Паучиху взять. Тоже можно было бы как вариант. Вот этот пеликан, это наподобие как воздушный шар из другой игры. Блин, я не знаю, ребята. Динамит взять. Давай, наверное, сковородницу попробуем использовать вместо троянского коня. Ну что, давай попробуем таким вот вариантиком сыграть. Так. Тыква пускай пока будет. Слушай, она, по-моему, тоже стоит на время, да? У нее есть какой-то период времени, после этого она исчезает. И второго уровня. Вот почему она мало наносит урона. Так, ну что, мы нашли противника. Спеллбиндер. Ага, вот он как сделал, да? А мы с тобой вот так тогда сделаем. Так, что могу сделать? Да, ребята, что у него есть энергия, что у меня есть энергия. Так. Давай, 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 сковородница. Отлично. Так, он там что-то копит, да? Коничива. Вон там вызвал-то. Понятно. Что, мистер Хайда отправим, наверное, да? Мистер Хайд. А ты посмотри, сколько он урона нанес. Охренеть, да, чувачок? Погнали, сковородочки, все дела. С мумией вместе, отлично. Ага. Но, И опять же, все у нас великолепно получилось. Три звездочки, блин, жалко, у нас, конечно, нету места под наши тосты. Они просто-напросто у нас прогорают. Ну что, я думаю, наверное, для первой серии этого будет достаточно. Кстати, мы с тобой получим тостер, когда наберем с тобой еще три медальки. То есть три боя победим. Слушай, Лига 6, а чтобы на 7 перейти, нам сколько нужно с тобой набрать кубков? Где у нас вот это показывается все? Так, погоди секунду. Чтобы перейти в следующую лигу, нам нужно с тобой... Так, тут еще, ребята, вот такие вот есть. Турнир по драфту дорогих карт. То есть мы можем с тобой пойти, например, у нас есть один бесплатный вход. Но я тебе, знаешь, что скажу? Там такой, такой трэш. Но надо все равно сходить сюда и посмотреть. Так, как же там посмотреть? Лига. Блин, вот я забыл, а. Я забыл, где смотреть, ребята... Достижения. Да, моя гильдия вся рассыпалась, ребят. Ну, понятное дело, потому что когда я играл, у меня была своя, грубо говоря, компания, да. Своя гильдия называлась «Первый русский». Так, а где же все-таки у меня здесь? Нет, ну ведь они не должны же как бы показать, что вот такая-то лига, да. Потом идет следующая. В данный момент мы находимся с тобой вот на этой. Шестая лига, в которой я состою. Может быть, здесь? Сезон 97 уже идет, нифига себе. Блин, я не помню, ребят, вы уже извините. Я не могу найти. Ну что, будем закругляться тогда. Обязательно с вами увидимся уже в следующей серии. А ты пиши в комментариях, как тебе эта игруха. Понравилась, не понравилась, или все-таки
Вот, ребят, смотрите, вот он, вампир, это легендарная карта. Вот она, смерть, вот она тоже, легендарная карта. И вот против таких, вот он, этот сфинкс, который летит. Вот он, кракен, кракенчик. То есть тут... А, так она тоже, значит, все-таки медуза тоже, ребята, легендарная карта. И вот против таких вот приходится воевать. Железные дровосеки. Вот ни разу еще, кстати, не видел. Но это, видишь, лига восьмая. А я только в шестой. Очень-очень крутые карты еще впереди. Блин. Пузырь. Я даже такой не видел, ребят. Ух ты. Корабль-матка. Вау. Наверняка здесь какой-то большой корабль будет, который будет выпускать маленьких вот этих пришельцев. Смотри. Псиклоп. Не встречал, ребят. Даже не видел. А, вот он. Цербер. Он не легендарный, но эпический. Это что за свинка тут? Снайпер-свинья. Тоже не видел такого. Из всех только видел вот этого сфинкс, вампира и смерть, и медузу. Цербера. И все пока. А, нет, вру. Еще видел джина. Тоже противный. А вот это кто такой? Убийца. Даже не знаю, что он из себя представляет. Ладно, ребятушки. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.